Всем привет, ребят. Ну что, у меня утро началось с Анубиса, не знаю, как у вас. Я выполнял сегодня ежедневки и с бесплатки. Ну, за бесплатные я рольнул и вытащил Анубиса. В общем, вот так вот я выполнял квестики, как обычно, сегодня. И получил. К сожалению, я провтыкал за рекламу. Рольнул, надо было наоборот сделать по привычке. В общем, поехали. Нам места не хватает, сейчас у нас будет опять же мега открытие плюх, дофига плюшек я получил, сейчас покажу каких, расскажу, но надо дофигище места, просто тупо места не хватает. С одной стороны, жалко тратить самики, потому что я их коплю на дерево, сейчас где-то в 11 должны еще акции обновиться, но я уже решил не ждать до 11, сейчас буду открывать плюхи. Ну, видите, куча всего, блин, и фиг его знает, что делать. Плюх реально дофигища. Так, это я тоже не могу открыть. Эти я тоже не могу открыть. В общем, варианты, я чувствую, у нас только один. Так, ЗП-шки нам надо будут, можно это попродавать. Эти я не продаю, вдруг обмен какой-то будет. Так, мана это такое, мы все равно ее всю не потратим сейчас. Блин, ну просто жесть, смотрите, сколько всего. А, давайте эти, ну сундуки эти я все тоже не открою, в общем, все как обычно. Так, отлично, кристаллики. Давайте эти сундуки еще откроем. Блин. Жесть, короче. Какашки тоже нужны. Короче, все походу надо. Блядь, я, наверное, царь воодушевлений. Анубис, как видите, с бесплаточки прилетел. Вообще, вот на немке мне нравится играть без доната, тем, что здесь реально кайф получить какие-то плюхи. Закончился у нас, кстати, уже закончился. Давайте тоже пооткрываем плюхи. Это максимум, что я смог дособирать. Так, отлично, открыли. Давайте посмотрим, что по скинам. Есть у нас новые скины. Это скин на лисицу. Давайте его тоже откроем, чтобы не валялись. Блин, здесь на прокачку дофигища надо кгшек. Я себе этого позволить не могу. Ну, здесь еще давайте откроем, там где 10 потратим. 220, 30... Как видите, скинов здесь реально дофигища. У меня уже скины собраны. Это плюхи. Сейчас я вам о них тоже расскажу. Я не знаю, мы все, наверное, их тоже не сможем собрать. Хотя, в принципе, не сможем. Придется все-таки, наверное... Ладно, давайте 300 самых потратим. Докупим мест. Плюс 12 мест. В общем, поехали. Вот такие вот плюшечки я получил опять сегодня. Я вчера вам показывал... А плюхи это мне сделал подгон боди, за что ему большое спасибо. Еще по плюс 15 сундуков с вигеймерса, с набора. В итоге у меня сейчас будет еще одно открытие. Вчера я пооткрывал, я получил дофигище просто вот реально дофигище итемов для прокачки аккаунта. Это золотые слизни, это книги, это расходники. И сейчас мы это все продолжим и будем надеяться, что будет сегодня-завтра должна быть за найм питомцев. И я там смогу забрать еще дополнительно сумки на лисицу. Поехали. Так, это у нас... О, львица, отлично. Поехали, открываем сундучки. Отсюда у нас тоже дополнительно топовые скины, но у меня частично они есть, потому что на нимке нам скины уже давали. В шарике там по 60 у нас коробок было. Смотрите, сколько у меня всего. Давайте посмотрим. Отлично, на Махатму у нас открылся скин. Изи просто. Скинчик на Махатму есть. Все, все остальные у нас есть. Их надо просто качать. Да, скин на Феникса. Феникса у меня нет. В общем, куча всего. Поехали дальше. Это можно тоже открыть, в принципе. У меня, я смотрю, уже даже ресурсы копятся на этого. Сейчас я буду ждать в 11 часов, должны открыть у нас еще карту. Буду ждать уже
лисицу, но лисицу я пока собираю ресурсы, конечно, этого, я думаю, маловато будет, но сейчас откроет, я надеюсь, еще с акцией на день замковладельца подрубить немножко расходников и будем качать лисицу. Книги у нас есть, ну не так уж и много, конечно, прорыв мы ему особо не прокачаем, но однозначно эволюции и все остальное мы тоже сделаем. Такс, ну что, поехали, смотрим, что у нас тут получится. 150, каменная кожа, одна карточка есть. Самое главное, третьи карты, наловить третьих карт. Так, грубая сила, 15 слизней, тоже неплохо, и опять же падает воодушевление. Вот отсюда карты падают, две карты. Я вчера у себя вытащил 4 карты, ну и даже две карты, это тоже круто. О, еще 30 слизей. Ну все, теперь у меня вопросы с кигашками, скажем так, вообще пропали. 200 книг, ну тут у меня получше вчера упало, по-моему, по книгам, поэтому, но здесь 4 рунки упало. Итого, 2 карты и 1 карта, в 2 раза меньше, у меня было 2 и 4. Кулаков дофигища упало, как видите, расходники 95 слизней, это у нас 570 ККГшек. Мне надо на 5 героев 400к, 100, остальное мы оставим лисице на прокачку скилла. Ну, в принципе, довольно-таки неплохо, само у меня есть, я буду ждать все-таки акции, чтобы вытащить мешки с лисом и, соответственно, так, забираем отсюда плюхи, конечно, мы потратили. Вот посмотрите внимательно на вот эти вот плюшки за календарь. Календарь реально здесь просто бомбический, без проблем можно собрать все, что тебе надо. Так, давайте здесь сделаем, давайте, мы так и не доролили за 150, очень круто. Здесь вот реально дофига всего, чтобы играть. У меня уже дофигища героев есть. Конечно, нету еще до сих пор Фрейи, которую я очень-очень жду. Надеюсь, мы ее дождемся. Ну, пока и без Фрейи, в принципе, мне огника хватает. Кошмарки я зафармил по максималке 7-10 для бездоната на такой силе. Нулевой аккаунт фактически. Это очень круто. А у меня осталось, ой-ой-ой, посливали моих героев. Еще пару локаций. Так, давайте. В общем, с кайгашками у меня уже проблем нету. Теперь у меня, как и у всех, проблемы с самоцветами. Кулаков у нас тоже, в принципе, хватает. Кулаков дофигища. Так. Коробки есть. В общем, теперь надо только героев будет выбивать. Но я хочу, у меня в планах сейчас накопить. Хочу на огника получить скин. Потому что без скина будет, конечно, проблемно. Ну, хотя, с другой стороны, скин ему уже и не нужен. Я скин хотел чисто для подземок. Можно уже и без этого. Плюс монетки. У меня 5 монет есть. Мне надо еще 5, чтобы забрать. Вдруг будет какая-то распродажа за золотые монеты. И дальше у нас цель Фрейя. Ну, Фрейя, конечно, у нас падает очень плохо. Ну и Мэри половину мы собрали, лисицу мы собрали. У нас остается Мэри, потом остается дофармить Некроса. Некроса нам уже будет попроще фармить. Я думаю, мы без проблем его зафармим. С такими героями. Ну, я одним огником бегаю, в принципе, нормально. Относительно нормально, но если я сделаю эволюцию, то, конечно, мне... За Мэри будет сложновато бегать. Давайте здесь за 10 самых сделаем вот так вот. Так, плюхи забрали. Это будет последний у нас. Ой, отлично. Смотрите, самики просто летят. Вот считайте, я за неделю там 7-8 тысяч самых просто еще потратил на места пару раз. Так. Блин, расходников, конечно, дофига. Я надеюсь, сегодня будут интересные темы в календаре. Ну, за это, карты богатства на немке, возможно, они будут отличаться. Но мне самое главное, чтобы там были апекс камни, потому что мне они нужны будут для лисицы свыше 20-го прорыва качать. До 20-го относительно, ну, наверное, скорее всего, мне книг не хватит, но я через локации уже буду качать, у меня огник прокачан. Следующим будет на прокачке лис, конечно, если же у меня не выпадет Фрейя, потому что если выпадет Фрейя, то я, скорее всего, буду вливать ресурсы уже в нее. Ну, относительно тоже неплохо.
Так, с этим разобрались. Поехали, пооткрываем карты. Посмотрим, что у нас выпадет с карт. Давайте сначала это откроем. Чик, Ронька. Повторочка, тоже неплохо. Блин, я уже не знаю, карт 50 открыл. Заклинательница. Я-то какой-то на этом аккаунте. Все, пиздец. Бодя, ты красава. Офигеть, ребята. Вот просто бомбический день. Начало с Анубиса и закончилось Фрей. Просто обалденное. Сегодня утро, 9 мая. Поздравляю. Вот это вот, ребят, называется классный подгон на 9 марта. И это не от IGG, это от Боди. В общем, Фрей у меня на аккаунте уже есть. Это просто пушка. Ну вот теперь остается только лисицу дособирать. И дальше уже будем трешевать, ловить Мэри. Ну, блин. Что я могу сказать? Вообще просто офигеть. 199-200, но зато у меня уже есть еще одна бездонатная имба, которая реально тащит. В общем, буду ее собирать, качать и ждите нового видосика. Всем удачи. Всех еще раз с праздником. Всем пока.